Ну и что, всем доброе утро. Сегодня уже утром Пасха, воскресенье. Христос воскресе, воистину воскресе. Всех с праздником, да, поздравляем. Поздравляем всех, всех-всех. Вон, сели кулички кушать. Будем сейчас яйцами биться. Вот Анина яичко, которое ей вчера батюшка дал. Поменялись они яйцами. О. Зелененькое. Давайте, это? Где мое? Кто? Ну, Кирилл, давай. Ну, да. Все, я проиграл уже, Ван. Другим краем. А я тоже проиграл. Мам, и потом... У тебя все? Ну, это невыгодно. Выгодно, когда яйцо бито, его можно сразу съесть. А у кого давай будет не бито, те это... Будут сидеть потом. У тебя. Ну. Все. Мам, давай. Все за счет удара. Если... Батюшка на крепкое яичко. А мое еще попробуй. Попробуй еще мое. Аня без яйца осталась. О. Аня, тихо, держи яйцо. Я сама. Я тебе ударить должен. Я тебе. Чтобы у тебя разбилось, я должен ударить. Ну вот сейчас еще, наверное, кулички держи. Надо порезать. А эти пусть он там бьется. Ну, скорее всего, я ем, а они будут сидеть и не кушать. Аня. Держите. С праздником, Христос воскрес. С праздником. О. Держите какой. Ты одну половинку семьи, одну холодильник положит, расставит. Ну что, давайте все яичками. Бери, Кирюш, Анют, мне какое? Ну? Вовремя пришел. Гжетское. Сейчас я останусь. Я? Да. Давай. Но я говорю, я не буду есть, ты сейчас будешь есть. Давай ты, Кирилл, или кто? Бог. О, я сегодня останусь. Да. Ну, давай еще. Кто у нас не будет есть яйцо? Нет, уже я буду. Ну, побили. Ну, еще кто? Все, уже все побили. О. Половинку отложи, а с холодильника. А сейчас, наверное, не будет. Кто холодец будет есть? Ну, по чуть-чуть. Я не буду. Ну и что, вот мы уже отдохнули. Сходили даже денежки, пытались заплатить. Но сегодня не принимали. Тут у Макиришку шашлычок, да, будет делать, наверное, да. Или что? Угли жгет. Просто, да, костер. А на улице у нас вон снегопад там. Сегодня, повторяю, какой там, 16 апреля, воскресенье. Вон, если будет видно, идет у нас снег. Время обед. Надо вон кушать уже идти, наверное, что-нибудь. Да, делать? Я уже еду. Поел? Кирилл ел тут в беседке. Говорит, не замерз. Я тут хлебушек жарил. О. Я грею. Надо сосиски он какие-нибудь оттаять и потом вечером пожарить. Может быть. Ну это опять надо угли будет разжигать. Да это долго будет гореть. Ну да. У меня час до этого горел. Ну пошли вот кушать, давай. Штука. Пойдем к маме говорить, кушать надо. Дай кушать, дай кушать, дай кушать. Ну и что, пришел я с улицы, Лена спросила, что же будем готовить. Решили... Решили разморозить. Как раз Кирилл там угли делает. Вон они. Сейчас. У нас сегодня на обед будут сардельки. В горячей воде полежат и разморозят. А пока он, пойдем давай к кофейку. С куличиком. Куличиком? Дрябнем. И вон у нас какие бананы мы купили. Вон, хвались, какие желтые, красивые. Ну, оттавай сардельки, и надо их жарить. Угу. Ну, и что, вон, куличиком уже кофеечек попили. Лена, он тоже там уже кофе свой выпила. Реклама куличей к следующему году. Кому надо, заказывайте. Ссылка будет внизу в описании. К следующей Пасхе, да, изготовление куличей. О. Обойдетесь. Ну, дорого. Ссылка внизу под видео, в описании. Ну, повторюсь, куличики вкусненькие, домашние, с изюмчиком. Собственного домашнего приготовления. С экологически чистыми продуктами и ингредиентами. Соответственно, и цена. Ну, цену тоже в личку. Так что... Как и продукты. Угу. Ну, сейчас сардельки у нас оттают, и пойдем сардельки жарить. Вредные сардельки из магазина. Угу. Ну и что, вот мои беседки уже. Тут немножко порядочек навели в беседке. Убрали. Да, после зимы и птичек. Тут все птицы засрали, весь пол загадили, вон стол весь был. В Г белом. И весь пол. Вон, у нас уже угольки там готовы.
И сарделечка. Вон на шпажках 4 штучки. Кладем их, раскладываем. И у нас будет вкусная, красивая сарделечка. О, на дому прям копченая получится, не? Вот видно, так будет? Вкусненько будет. А на улице снег опять выпал. Ну, снег, по-моему, еще больше продолжается. Тогда выходил, а сейчас он уже участок весь белый. О, видно? Наверное, видно. Сейчас будем в снежки играть и в сугробы. Но он время уже к вечеру ближе, еще после обеда. Он весь участок засыпает снегом. Прям снег идет хлопьями. А этим временем мы тут делаем, где сарделечка. Ну, почти готовится уже, почти готово. Да, это точно. Ну и что, пока у нас зима тут на улице, снегопад, у нас уже... Уже сосульки из нас. Ну да, вон сарделечки уже готовы. Показывай, какие. О, вкусненькие какие. Забираем их. О, и пошли копченые. Есть. Запах. Ну и что, мы пошли кушать. Дети сказали, не хотим. Сейчас все съедим. И все. Вон, снег валят какой. А мы идем с сарделечками. Зима, почти как на Новый год. Хотели-то на Новый год пожарить, и так и не пожарили. О, а тут уже нету. Ну и что, вот у нас уже сарделечки в тарелочке. Какие прям все. Вон, как мы их нарезали. Красиво. Вот так он. Вот так он. Пошли кушать. Что хочу. Тут у Лены он еще хотел сказать, салат есть. Оливье. Все уже на столе. Это морковка тертая, и салатики умеем делать. С чем салатик сегодня? Оливье с сердцем. О, с вареным сердцем. И майонезик. Сосиски вареного огурчика. Ну да, и холодец. Пойдем кушать. Мы покушали, а тут к нам Анютка пришла, он сарделечки доедать, да? Остатки Кириллу надо еще оставить, 1-2. И смотрим обеденная или как-то там вечерняя служба, да, в храме? О, Анютка потеряла, самое главное. Опа, с пола не едят. 5 минут, если пройдет. Чего, вкусненько? Красивые получились сарделечки? Да. Угу. И компотик. Вишневый компот. Угу. Анютка наела селедки, да, и теперь не может косточку вымыть, да, из щеки? Или где? Из языка? Из языка. О, проводится операция. Как больной? Наркоз? Нужен? Мизинчик вот. Выше. Делать было... Дело было вечером делать было нечего. О, что мы тут делаем? Всем привет! Я с вами волк! Я зайчик-попрыгайчик. Ну какая? У меня собачка, наверное. А ты кто? Кто? О. Ты кто? А это кто? Какой-то злая индюк. Какая-то. О, индюк, наверное. Привет, зайчик! А это кто такой? Привет, волк! Привет, лошадка индюк. Или верблюд такой его? Верблюд. Верблюд. Привет! Я волк! Мы не будем его брать с собой в домик, он плеваться будет. Верблюд. Сейчас съем. Ам-ам. А-а-а. Попался. Ам. Какой-то. Не так вчера. Ты мне сейчас все пальцы выломаешь. О. Ой-о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 й-
с носом. Смотри, баба ёшка с носом получилась. Во. Баба ёшка с носом. Какая вкусная. Ну, посмотри, правда, похоже или нет? Баба ёшка с носом. Да, вот у тебя такая шишечка. Шишка. Это вон ее глаз такой, видишь, вон такой. Такой глаз у бабы ёшки. Во.
Смотри, у нее глаз тоже двигается. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. А это на кого у меня похоже? Что-то такое еще такое. Во. И такой нос крюкой. Так, а как ртом делать? Во. А это что у меня такое получилось такое? Утка. О. Утка. Все-таки пальцы кривые. О. А это какой-то барашек, Мария. Барашек получился. О, ушки у барашка, видишь, Мария? И во. Похоже? Во. Мария. Или гонзик. Мария. Ань, ушки. Барашка травку кушает. Что тебе от меня надо? Ну, какая я такая большая. Сейчас съем тебя, Аня. О, сейчас. О. Необычная бабочка здесь.